Вон. Даша, ты... Папулечка, ты как? Забрать можно. У дедушки позвони Мине, спроси, как она. Ты там слышала, мне все окна повыбивала. Мы приехали, короче, только что, блин, хотели ремонт сделать, ну, там краны починить, блин. Тут взрывы повыбивало, у меня все окна. Ага, давай. Мамочка, тут пиздец, тут стреляли. Короче, все окна у нас дома выбивало. Мам, вот так вот. Ну, сами все хорошо. Ну, короче, начали бомбить нас. Повыбивало, да, повыбивало Круево всех домов, все окна повыбивало. Дым в окрестностях. Но пластик выдержал. Да, все окна вынесены на переходе на в этом зале. Да, только что мы вот собрались, быстренько едем, у Сережи колесо пробило, меняет колесо. Ма, подожди. Сейчас, секунду. Алло. Алло. Что, повыбивало все тут, короче, бомбят. Мы на Высочном. Сейчас уезжаем. Да уезжаем, Сережа колесо меняет, колесо пробило. Ну мы вот, Сережа сейчас заканчивает, и мы едем. Давай. Катя звонила.
знаю, Сережа вот лицо променял со своим видом. Хорошо, что я, блядь, я собирался сейчас идти на киевский рынок, Даш. Нет, дома, что туда заезжать, я смотрю, что тут тоже все повыбивало.